Здравствуйте, меня зовут Балакирь Никита. Я считаю, что только знания приведут вас к успеху. Раньше мы писали программы, решали наши вопросы с гопниками, там, не знаю, с девушкой, будут ли нас бить родители за оценку. Сегодня мы будем определять, сколько мы накопим денег. И эта тема посвящена операции Вайл. В общем, вот такую задачку я придумал. Мы будем получать деньги от родителей, пока нам не исполнится 18 лет. Каждый год по 100 баксов. Сколько денег у нас будет к 18 годам, если мы начали копить в 10 лет? То есть ситуация состоит в следующем. У нас есть какой-то возраст, 10 лет, да? 10 лет мы получаем 100 баксов. Плюс 100, да? Ничкуда не тратим, откладывая в копилку, такие терпеливые, да? В 11 лет тоже получаем 100 баксов и так далее. Вот. Задачи, которые мы начинаем решать, достаточно простые, можно их выполнить по сути на бумажке, но поэтому и начинать с них и следует, потому что мы сможем, да, проверять тот код, который мы пишем, и так далее до 18 лет. У нас здесь мы перестаем получать оператор, который означает некоторый блок, в котором все выполняется, пока это условие верно. То есть, допустим, пока там наше количество лет e меньше или равняется 18, у нас будет выполняться блок кода, который расположен ниже этого оператора while. То есть у нас будет количество денег расти. Вот. Как только вот это условие становится ложным, мы сразу выходим из этого цикла, да, из этой петли, да, и происходит дальнейшая операция. Вот такая специфика. То есть выполнение, пока вот это условие верно. Что ж, приступим к написанию кода. Var. За y я обозначу года. За m money обозначу, соответственно, что я обозначу за money, а деньги. Это будет у нас real. И приступим к написанию кода. Begin n с точкой. Ну и теперь, собственно говоря, сам код программы. Предлагаю наш возраст считывать с клавиатуры, потому что мало ли мы там начали копить не 10 лет, как в программе, а там с 7. Должна быть такая супер-мега задача, допустим, помочь своему младшему брату, у кого есть. Сейчас есть, потом пишем слова за условия. То есть пока нам нет 18 лет, do, что-то там будем делать. Begin, end. То есть сразу я планирую, что у меня есть какой-то внутренний блок между begin и end. И на этом внутреннем блоке я буду писать следующее. То есть у меня будет расти количество денег на 100 баксов каждый год, да, m равняется m плюс 100. Сразу всегда учись, кстати, все эти переменные обнулять, потому что, возможно, там что-то будет записано в ячейке памяти. Вот. Кодит год. Приходится y увеличить на 1. И по второму кругу мы получаем на следующий день рождения опять 100 баксов. То есть, когда, допустим, нам, допустим, было 10 лет, на 11 лет мы опять-таки, допустим, у нас y равняется 10, значит, это условие выполнено, да. Дальше количество денег в нашем кармане с нуля увеличивается на сотню, у нас становится 100 баксов. И дальше, ну, как бы мы переходим уже когда к следующему году, когда она становится уже 11. Опять-таки проверяем. 11 меньше равняется 18. Количество денег у меня же увеличивается на 100, то есть было 100, стало 200 баксов. Опять-таки. Потом проходит еще год, то есть уже нам будет 12 лет и так далее. Ну и дальше я выведу writerN. Сколько у нас будет денег к 18 годам? Сколько денег к 18 years. Ну и здесь m выведу.
Ну и, собственно, все, программа написана, можно записать код. Ctrl-9. Сколько лет я введу? Сейчас дайте подумать, это кусок кода. Сколько лет введу? Ну, допустим, 10 лет планирую с программой, то есть я вот здесь вот ввожу. Сколько нам лет? 10, да? Дальше ввожу Enter. И сейчас у нас сколько денег? 18 годам у нас будет. Вот у нас будет. Сколько там? У нас будет здесь 900 баксов. Подписывайтесь, ставьте лайк и вступайте в группу ВКонтакте. Все, пока.